Добрый день всем. Добрый день, дорогие партнеры. Пожалуйста, поставьте единичку в чат, если меня хорошо слышно. Также, если меня видно, прошу поставить единичку. Отлично. Я думаю, что мы можем начинать. Еще раз добрый день, добрый вечер. Я передаю вам привет из Колумбии, потому что сейчас как раз-таки я в Южной Америке. Я прилетела сюда, чтобы поддержать нашу латиноамериканскую команду, которая будет участвовать в нашем саммите. Поэтому все люди, которые сейчас смотрят наши вебинары из Европы, передаю вам привет. А также нашим русским партнерам, австралийским коллегам. Добрый вечер, добрый день всем. Поэтому передаю привет Мира Эварич, потому что для меня это большая честь быть сегодня с вами и поделиться такой важной информацией, которая касается бонусного плана. Я знаю, что, к сожалению, многие лидеры, к сожалению, не знают, как могут зарабатывать с нашим проектом. Поэтому сегодня мы вам представим тренинг, который буду представлять я, Джованни де Розе. Пожалуйста, будьте внимательны, записывайте все, что я вам буду говорить, потому что я уверен, что многие люди, когда создают свою структуру, свою сеть, совершают ошибки. И эта презентация вам подскажет, как правильно построить вашу сеть. Особенно я сейчас хочу обратиться к новичкам. Ну и не только, но и для тех, кто продолжает строить свою сеть, хочет зарабатывать вместе с нами и поменять свою жизнь. Отлично, меняем, пожалуйста, слайд и начинаем нашу презентацию. Для тех, кто меня не знает, я бы хотела бы представиться. Зовут меня Джованни де Розе. Я итальянец, мне 52 года. Также я являюсь представителем лидерского совета. Я президент по партнерской программе Эварич. Также я являюсь участником нашего амбассадорского совета вместе с Эммануэлем Барони. Также я сертифицированный тренер мастер-профи, ведущий гений финансов и член ассоциации «Генералы Мир за мир». И вы знаете, я уже большое количество времени провожу с нашей компанией, поэтому я также стал и международным спикером. Итак, давайте поменяем слайд и посмотрим, что же нас сегодня ждет. Сегодня нас ждет бонусный план компании Эварич. Но перед тем, как перейти к самому плану, я бы хотела посвятить пару минут себе. Кто я такой, чем я занимаюсь в этом проекте? Как я вам уже сказала ранее, я начал работать с нашей компанией с нуля. Я познакомился с человеком в Фейсбуке, и этот человек в октябре 2016 года пригласил меня поучаствовать в этом проекте. И вы знаете, сначала у меня вообще не было никакого желания знакомиться с этой компанией, но через 2 месяца я приняла решение встретиться с Петру и Алсу. Алсу как раз-таки и предложила мне этот проект. И с того момента мне понадобилось еще пару месяцев, чтобы принять окончательное решение. В марте 2017 года я посвятил все свое время компании. И вы знаете, сразу же после первого мастер-профи, который я проходил вместе с нашим генеральным директором Андреем Хавратовым, я понял, что этот проект — это моя жизнь. Я начала обучаться, проходила различные курсы. Дорогие друзья, поверьте, в этой компании нужно
учиться, чтобы стать успешным человеком. Поэтому с самого начала я начал изучать различные темы, изучать все наши проекты, которые предлагала наша компания. И начали мы с первого проекта. Вы знаете, я влюбился в этот проект, и больше всего мне понравилась простота, прозрачность, с которой говорил наш генеральный директор. И вы знаете, когда я слушал его курсы, я понял, что я в правильном месте. Когда Андрей Федорович говорил, ты поменяешь свою жизнь, ты станешь успешным человеком. И, конечно же, ты поймешь, как $1 может превратиться в $1 000 000. И, вы знаете, меня зацепила эта фраза, потому что я уже имел опыт в сетевом бизнесе, и мне казалось, что это плюс-минус одно и то же, что рассказывают богачи, у которых миллионы в карманах, и они начинают себя как бы обрабатывать. А потом ты попадаешь в пирамиду, в скам и так далее. Но все-таки слова меня эти зацепили, и я начала работать. И сегодня я могу вам сказать, что это большой опыт, это моя цель, моей жизни. И Average действительно поменяла мою жизнь. Давайте посмотрим вместе, как же можно поменять свою жизнь. Жизнь возможно поменять благодаря нашему бонусному плану. Давайте поменяем следующий слайд. Вы видим, что здесь у нас есть терминология. То есть все, что вы встречаете в нашем бонусном плане. И здесь подробно расписано значение каждой фразы, каждого слова, поэтому я вам рекомендую сделать скриншот, сфотографировать этот слайд, и затем, когда вы уже будете потихоньку самостоятельно изучать маркетинговый план, вы будете понимать, о чем идет речь, потому что здесь есть подробное объяснение каждой фразы, каждого слова. Я вам советую изучить терминологию очень хорошо, потому что маркетинговый план действительно очень важен в нашей компании. Он позволяет нам зарабатывать. И я уверен, что многие из вас хотят зарабатывать. У нас есть огромное количество возможностей для того, чтобы зарабатывать. И вы со временем это поймете, если вы новичок. Вы знаете, у нас есть как минимум 4-5 возможностей, которые позволяют тебе зарабатывать. Но бонусный план – это именно то, что позволяет нам получать постоянный доход, а также влиять на него. И заработок всегда растет. Потому что, как вы знаете, наша сеть растет, и, соответственно, всех тех людей, которых мы будем вовлекать, они со своей стороны привлекут других людей, поэтому сеть вырастет, и ваши заработки также поднимутся. И сейчас у меня в моей структуре 90 тысяч человек, которые находятся в 10 странах мира, хотя я начинал с нуля, поэтому говорю вам, что эта система работает, и у вас будут большие результаты. Давайте перейдем к следующему слайду и начнем нашу презентацию. Итак, что же предлагает наша партнерская программа? Во-первых, это отличная возможность получить дополнительный источник дохода, который со временем может превысить ваш основной доход. Также мы открыты для прозрачных и взаимовыгодных партнерских отношений и будем рады видеть вас в рядах своих партнеров. Вы будете изучать и понимать, что бонусный план открывает перед вами многие двери. И, конечно же, в партнерской программе существует два ранга и также 8 статусов.
Поэтому давайте начнем с двух первых рангов. Первый ранг – это ранг пользователя. Переключаем, пожалуйста, слайды во всех комнатах. Пользователь. Кто же такой пользователь? Пользователь – это тот человек, который принимает решение зарегистрироваться в нашей компании. Он может зарегистрироваться бесплатно, то есть вы видите 0 юнитов личных инвестиций. Как только он регистрируется, проходит верификацию, предоставляет все необходимые документы, ваш паспорт и все те данные, которые запрашивает система для того, чтобы закрыть верификацию. Что же зарабатывает пользователь? Вы видите, что мы практически единственная компания, которая позволяет зарабатывать без каких-либо вложений. Поэтому справа вы видите все те бонусы, реферальные бонусы, которые получают пользователи. В первом уровне он получает 5%, во втором уровне это 3%. Что такое первый уровень? Это когда мы подключаем одного человека сразу под нами. Это первая линия. Это ваши прямые клиенты. От них вы будете зарабатывать 5%. Вторая линия, второй уровень – это 3%, и третий уровень – 2%. То есть вы уже видите сразу, что компания дает возможность всем. Поэтому, ребята, я вам всем рекомендую продвигать этот проект и предоставить эту возможность тем людям, которые говорят, что у них нет денег, у них нет возможности, нет денег, свободных денег для инвестиций. Ну, смотрите, вы видите, что наша компания дает возможность зарабатывать без каких-либо инвестиций. Поэтому первый ранг – это ранг пользователя. Вы должны зарегистрировать много людей. Все друзья, родственники, вы все их должны привести в наш проект. Давайте посмотрим на следующий ранг. Это ранг клиента. Итак, какая же разница между клиентом и пользователем? Вы видите, что человек может стать клиентом благодаря личной инвестиции в $10. Смотрите, что я советую. Я советую людям приобретать подписку в VIP-клуб за $10, потому что потом вы получите очень много бонусов от этого клуба. Вы получаете доступ к обучению, ко всем вебинарам, которые проводит наша компания. Но есть и еще одна разница. Посмотрите на таблицу справа. Клиент – это тот человек, который прошел верификацию, который заполнил личный кабинет. И клиент имеет уже возможность зарабатывать больше, чем обычный пользователь. Давайте посмотрим сравнительную таблицу. 5, 3 и 2% – это были заработки пользователя. А что зарабатывает клиент? 6% в первом уровне, 4% во втором и 3% в третьем уровне. Но еще одна дополнительная возможность. У него открывается четвертый уровень, где он зарабатывает 2%. Здесь это очень интересно для тех, кто хочет строить свою сеть. И смотрите, и это вы получаете благодаря инвестиции в $10. Поэтому два ранга, как клиент и пользователь, могут зарабатывать, но, к сожалению, не могут снимать свои заработки. Почему? Потому что компания дает возможность вывода средств только с ранга партнера. То есть вы можете получать бонусы, но тратить эти бонусы вы можете только внутри нашей системы. Поэтому вы можете покупать продукты, которые предлагает наша компания.
например, сайт CryptoUnit, сайт UGPay, вы можете тратить ваши бонусы, а также зарабатывать. Если вы инвестируете в UGPay, вы будете зарабатывать 6% от вашей первой линии. То есть если человек покупает на определенную сумму, то вы от этой суммы получаете 6%. Поэтому у нас есть и другие продукты, это как Югейн и юридический полис, и огромное количество обучающих курсов, которые вы можете найти в Академии частного инвестора. И все ваши заработки, все ваши бонусы вы можете потратить в нашем личном кабинете. И также не забывайте, что вы сможете зарабатывать со всех проектов, которые имеются в нашем личном кабинете. После двух рангов, как клиент и пользователь, давайте перейдем к нашим статусам. Как же можно построить карьеру в нашем бизнесе? Сейчас посмотрим 8 статусов. Первый статус. Переключаем, пожалуйста, слайды. Пожалуйста, поставьте пока мне единичку, если меня хорошо слышно. Если вы понимаете все, что я говорю, потому что я, к сожалению, не вижу вашу обратную связь. Я пока вижу только итальянский чат. Надеюсь, что и в других чатах все в порядке, и мы можем продолжать. Отлично. И здесь мы видим первый статус. Скажем, это первый шаг к вашему успеху. Статус партнера – это тот человек, который… Чем же он занимает? Он инвестирует $50, а также у него должен быть клиент, который тоже, в свою очередь, проинвестировал $50. Вы же помните, что клиент – это тот человек, который регистрируется и делать личную инвестицию в $10. Но для того, чтобы стали вы партнером, ваш клиент должен проинвестировать уже $50. Вы также со своей стороны должны проинвестировать 50 юнитов. Поэтому, если у вас вы выполнили все условия, вы становитесь партнером. Очень важно стать партнером. Для чего? Как вы видите справа, меняются также ваши заработки, ваши комиссионные растут. От 6% вы приходите к 7% в первом уровне, от 4% к 5% во втором уровне, от 3% к 4% в третьем уровне, затем в 4% уровне вы зарабатываете 3%. И также у вас добавляется еще один уровень, 5-й, и вы получаете 2%. От всех ваших участников, которые находятся в 5-м уровне, вы получаете 2%. И вы не забывайте, что это новый бонусный план, который действует уже после октября 2020 года. С ранга партнера у вас уже значительные заработки. Что же нужно иметь? Во-первых, это верифицировать свой аккаунт. И как партнеры вы должны проинвестировать 50 юнитов. Это ваш личный объем инвестиций. И с этого момента вы сможете уже выводить ваши средства с личного кабинета. Проинвестировав лишь $50, можете выводить средства, потому что в предыдущих рангах, рангах клиента и пользователя, у вас не было этой возможности. Отлично. Давайте перейдем к следующему статусу. После партнера нас ждет агент. Агент дает, ранг агента дает возможность получить много привилегий, потому что, вы знаете, я помню, когда я начал двигаться по карьерной лестнице нашей компании,
Я потом вам расскажу, сколько мне понадобилось времени достигнуть президентом нашей компании. Но хочу сразу сказать, что человек, который хочет достигнуть успеха, должен хорошо знать маркетинговый план, а также разработать стратегию по построению сети. Потому что если вы правильно расставите людей в вашей сети, вы будете хорошо зарабатывать. Итак, сейчас мы с вами смотрим статус агента. Если у агента есть партнер, который проинвестировал $200, то есть если вы до этого были партнером, вам нужно увеличить вашу инвестицию, то есть $150, потому что итоговая инвестиция должна равна быть 200 юнитам. Вы можете приобрести любой продукт нашей компании на 200 юнитов. И вы не должны забывать, что здесь не нужно платить каждый раз 200 юнитов. Вы просто доплачиваете ту сумму, которую вам не хватает, до 200. Также у вас должны быть два партнера с личной инвестицией 200 юнитов. А у них должны быть клиенты с инвестицией по 50 юнитов. И здесь уже у вас должны начинаться серьезные заработки. И хочу сказать, что вы должны понимать, что уже с этого момента у вас должно быть как минимум 4 уровня в глубину, чтобы у вас было 4 прямых клиента, затем чтобы кто-то из ваших прямых клиентов стал агентом, потому что когда вы получите первого агента, вы увидите, что происходит. Потому что именно агенты могут начинать свою карьеру, но и вы сможете зарабатывать больше. Вы видите справа таблицу, которая показывает нам реферальный бонус, который получает агент. В первом уровне вы зарабатываете 8%, в отличие от партнера, который получает 7%. Затем во втором уровне вы получаете 7%. Третий уровень вы вырастаете до 5%. Четвертый уровень 4%. Пятый уровень 3%. Поэтому мы уже видим, что в статусе агента вырастает и процент реферального бонуса. Конечно же, вы здесь также можете выводить ваши средства. Потом чуть дальше я вам расскажу, как можно снимать ваши средства. После агента, мне кажется, что карьера как раз-таки в нашей компании начинается с агента. А затем давайте перейдем к статусу консультанта. Поменяем, пожалуйста, слайды во всех комнатах. Я уверен, что у большинства из вас, те, кто сейчас присутствует на нашем вебинаре, вы как раз-таки являетесь консультантами. Ребята, вот здесь происходит как раз-таки что-то невероятное. Так как, являясь консультантами, вы начинаете зарабатывать в глубину, получать распределенный процент. Я вам расскажу, как можно получить этот распределенный процент, потому что это просто золотое дно. Как можно получать эти деньги, я расскажу вам чуть позже. Для того, чтобы стать консультантом, вам нужно увеличить вашу инвестицию до $500. То есть вы помните, что до этого вы проинвестировали $200. Сейчас вам нужно доплатить $300. В итоге получается 500, и также вам нужно иметь 4 агента. Помните, 4 линии и 4 агента. Либо компания вам дает такую возможность, если вы хотите 4 агентов в прямой линии, а также можете иметь 2 агентов
во второй, в третьей линии, но они должны быть в разных линиях. Но как минимум у вас должно быть 4 уровня, из которых 2 агента находятся в вашей первом уровне, в первой линии. Поэтому, еще раз повторюсь, у вас должно быть 4 уровня, и как минимум 2 агента должны у вас быть привлечены лично, то есть в первом уровне. И как только вы зарабатываете, вы можете снимать ваши бонусы. И что у нас происходит с реферальным бонусом в статусе консультант? В первом уровне вы зарабатываете 8%, во втором вы также зарабатываете 8%, в третьем уровне 5%, в четвертом 4% и в пятом 3%. Вы видите, что изменился только бонус во втором уровне. Но еще один важный момент, о котором я говорил ранее. Здесь у вас открывается 6-й уровень, который позволяет вам зарабатывать в глубину до бесконечности, от 2 до 4%. Что же это значит, 6-й линии в глубину? Давайте посмотрим на следующий слайд. Здесь я вам хочу вам привести один пример, который рассказывает, что такое заработок в глубину. Здесь мы взяли за пример статус консультанта 6-й линии. Как я вам говорила, он зарабатывает 2%. Как вы видите, слева у нас есть первые 5 уровней. Первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И вы видите, что проценты похожи с другими статусами. 8, 8, 5, 4 и 3%. А уже в шестой линии 2%. Именно шестая линия позволяет зарабатывать в глубину до бесконечности. Вы как консультант будете получать 2% шестой линии до бесконечности. Почему? Потому что между вами и между седьмой линией нет консультантов. Вы видите, что есть консультант только в шестой линии. Почему я вам привел этот пример? Почему в 12-й линии мы зарабатываем 0%? Давайте представим, что у вас в шестой линии есть человек, который становится консультантом, как вы. То есть вы консультант, и в шестой линии также человек-консультант. А в седьмой линии вы будете зарабатывать 2%. В восьмой линии также 2%, также и в девятой линии, десятой и одиннадцатой. То есть с шестой по одиннадцатой линии вы будете всегда зарабатывать 2%. Тут вы должны понимать и быть очень внимательны. Почему я поставил в 12-й линии 0%? Что это значит? Это значит, что 12-я линия будет шестой линией для вашей шестой линии, то есть для консультанта, который находится в вашей шестой линии. То есть его шестая линия будет позволять зарабатывать 2%. 2% в глубину. То есть если система будет выплачивать 2% вашему консультанту в шестой линии, с 12-й линии, вы будете зарабатывать 0, потому что у вас также есть ранг консультанта, здесь нет распределенного процента. Имея одинаковый статус, вы с 12-й линии не будете зарабатывать больше ничего. Как только у вас появляется человек в шестой линии, у которого точно такой же статус, как у вас, вы не сможете зарабатывать ничего с 12-й линии. Именно поэтому очень важно стратегически подойти к разработке вашей структуры, чтобы зарабатывать хорошо. То есть вы видите, что шестой линии
по 11 я зарабатываю 2%, а с 12 0, потому что у меня есть консультант в 6 линии. Чуть позже я расскажу, что происходит с распределенным процентом. Пока прошу переключить слайды во всех комнатах. Давайте посмотрим, как вообще возможно зарабатывать с 12 линии благодаря нашему бонусному плану. Какое же условие должно быть выполнено, чтобы вы могли зарабатывать в 12 линии с рангом консультанта? Давайте переключим, пожалуйста, слайд в итальянской комнате. Отлично, спасибо. Как я говорил ранее, консультант, который зарабатывает 2% с шестой линии, для того, чтобы увеличить свой заработок, что же он должен сделать? У него должен быть прямой консультант в первой линии. То есть человека, которого он подключил лично, и в таком случае ваш заработок вырастает с 2 до 2,5. То есть, если вы зарабатываете 2,5%, а ваш консультант, который находится в шестой линии, также находится в шестой линии, вы с 12 линии будете получать 0,5%. То есть, получая консультанта в первую линию, вы увеличиваете свой заработок. А если вдруг у вас будет два консультанта в первой линии, уже ваш заработок вырастает до 3 юнитов. И здесь, в 12-й линии, вы будете зарабатывать уже 1%. То есть, 3 минус 2, то есть 2% – это заработок консультанта в шестой линии. Вы получаете распределяемый процент в 1%. Если вдруг у вас будет 3 консультанта в первой линии, поэтому очень важно работать на свою структуру. Когда я вам сказала вначале, как минимум 4 человек вы должны иметь в первой линии, тех людей, которые хотят работать, которые хотят строить свою карьеру, вы будете благодаря им зарабатывать в глубину. Поэтому с 3 консультантами вы получаете 3,5% в 12 линии. То есть 3,5 минус 2% консультанта 6 линии вы будете зарабатывать 1,5%. Вам кажется, может быть, сейчас что-то слишком маленькие цифры, там 0,5, 1%. Но поверьте, когда у вас будет 1000 людей в структуре, вы увидите, какие цифры вы можете зарабатывать. Потому что именно с шестой линии мы получаем большие деньги. Когда мы становимся президентами, вы будете заинтересованы работать именно с глубиной. Это мой совет от меня. Обязательно 4 человек в первой линии, которые хотят работать. Как только вы получаете 4 консультанта в первую линию, вы переходите к 4% в 12 линии. 4 минус 2, как всегда, 2% – это заработок консультанта в шестой линии. Вы получаете 2% с 12 линии. А следующий наш статус – это статус менеджера. Давайте, пожалуйста, перейдем к следующему слайду. И давайте сначала посмотрим, как же можно стать менеджером. Во-первых, это первое условие – это 2 консультанта в первой линии. Давайте переключим, пожалуйста, слайды. В итальянском у нас проблема, к сожалению, не переключаются слайды. Спасибо большое. Allora, ragazzi, guardate in questa qualifica quello che vi dicevo. Se voi avete
Если у вас есть два консультанта в первой линии, а также два консультанта в глубине, то есть двух человек, которые стали консультантами там, со второй, с третьей, с четвертой линии, вы становитесь менеджером. Но не забывайте, что здесь еще одно важное условие, чтобы получить этот статус. Это инвестиция в 1000 юнитов. То есть вам нужно добавить еще 500 юнитов. И, ребята, когда вы начнете расти по карьерной лестнице, вы помните, что вы начинаете бесплатно как пользователь, затем клиент с инвестицией в $10. И вы начинаете зарабатывать. Поверьте, реферальные бонусы действительно значительные. Здесь вы можете совершить личную инвестицию и стать менеджером. Справа мы можем видеть реферальные бонусы статуса менеджера. И здесь есть изменения, которые касаются только 6 уровня и до бесконечности. То есть все остальные проценты не меняются, если мы сравниваем с рангом консультанта. Поэтому, ребята, поверьте, редкие компании предлагают такие бонусы. Если ты не покупаешь продукты компании, если ты не инвестируешь, ты теряешь многое. Вы не забывайте, у нас, если ты получаешь статус, этот статус остается с тобой навсегда. Единственное, есть здесь небольшое замечание касательно ранга. Об этом я вам расскажу чуть дальше. Но что мне хотелось бы сказать здесь? Вы здесь не должны постоянно инвестировать каждый месяц для того, чтобы удерживать свой ранг менеджера. Первые 5 уровней одинаковы для всех. 6 уровня менеджер уже зарабатывает от 4 до 6,5%. Вы видите, что консультант получал у нас от 2 до 4, а менеджер получает от 4 до 6,5%. Поэтому система, которая позволяет нам дойти от консультанта до топ-менеджера, базируется на 4 уровнях. 2 прямых клиента и 2 в глубине. Давайте переключим слайды во всех комнатах. И здесь посмотрим заработок менеджера в глубину. Здесь также очень важно правильно расставить свою структуру. Вы видели, что происходило со статусом консультанта? Например, если у нас, если мы менеджер, да, и в 6 линии у нас также есть менеджер, то есть с таким же рангом, как и мы. До 11 уровня включительно мы будем зарабатывать 4%. Но если вы хотите вырасти в заработках, получать 6,5%, у вас должны быть менеджеры в первой линии. Если у вас есть менеджер в первой линии, то уже зарабатываете не 4, а 5%. Если у вас 2 менеджера в первой линии, тогда 5,5%. 3 менеджера дают вам заработок в 6%, и 4 менеджера 6,5%. И благодаря всем этим условиям вы становитесь лидер-менеджером и уже получаете 6,5% 6 уровня до бесконечности. Ребята, помните, что это очень важный шаг. Почему? Потому что как раз-таки вы уже здесь понимаете, как зарабатывать шестой линии в глубину. Поэтому мы здесь уже можем сказать, что со статуса менеджера начинается очень важный путь. Смотрите,
Как только вы стали менеджером, для того, чтобы удержать свой статус, вы обязательно должны пройти тест нашего образовательного курса и сдать его как минимум на 55%. Если вы помните, если вы участвовали в марафоне MLG 260, как раз-таки там были задания, и как только люди сдавали экзамен на 55%, они проходили экзамен. Конечно же, наше обучение не будет длиться 8 месяцев, но вы должны будете сдать тест после образовательного курса. Если вы получаете 55%, значит, вы продолжаете получать по маркетинговому плану согласно статусу менеджера. Если же вы не сможете пройти тест на определенное количество баллов, происходит автоматическое снижение статуса до консультанта. Но я уверен, что все из вас смогут с успехом сдать наш экзамен. Вы будете изучать все, и поэтому я даже не сомневаюсь, что у всех у вас получится с успехом сдать наш экзамен. И будете всегда зарабатывать больше. Если эта часть вам понятна, пожалуйста, поставьте мне двоечку в чате. Я хочу, чтобы вы были позитивными, активными, чтобы у вас был правильный настрой. Я не хочу, чтобы вы ошибались. Вы знаете, многие мои коллеги, к сожалению, опустили руки, потому что не читали внимательно маркетинговый план и совершили большие ошибки. Я хочу, чтобы вы все были готовы, все были внимательны и понимали каждую деталь. Отлично. Давайте перейдем к следующему слайду. И здесь видим еще один статус. Статус лидер-менеджера. Здесь я уже могу вам рассказывать очень долго. Вы знаете, Андрей Федорович мне часто повторяет эту вещь, когда я его приглашаю на какие-то мероприятия, он мне говорит: Джованни смог достигнуть ранга лидер-менеджера за 20 дней. Вы знаете, когда я начинаю работать, я работаю действительно усердно. И в марте 2017-го за 21 день я стал менеджером. А для того, чтобы стать лидер-менеджером, знаете, какой мой будет совет? Это проводить очень много презентаций. Потому что когда я стал менеджером, я на тот момент проводил 10 рандеву в день. Поэтому, если вы будете также повторять мои шаги и проводить 10 рандеву, вы знаете, на сегодняшний день это намного проще делать, чем раньше. Вы можете это делать благодаря Zoom-платформе, приглашать 10, 20, 30 человек. Делайте 2-3 Zoom'а с большим количеством людей. Так вы будете взаимодействовать с людьми, вы будете объяснять все. И час будет проведен с пользой. Чем больше рандеву, тем больше успехов, тем больше результатов. Здесь очень важно проводить презентации, вовлекать много людей. Давайте посмотрим вместе детально статус лидер-менеджера. Первое условие – это инвестиция в $2500. То есть у вас до этого была инвестиция в $1000,
Соответственно, сейчас вам нужно доплатить 1500. Вы можете купить какой-то продукт, какой-то обучающий курс, пакет WorldCrew, цифровая гарантия. То есть все, что вы будете тратить в нашем личном кабинете, это все будет зачитываться в личные инвестиции. Я наш проект называю «Огромный торговый центр», который предлагает большое количество различных продуктов. Я думаю, что многие из вас участвовали в наших презентациях. Вы видите, что наши продукты растут, количество увеличивается, и выбор у нас также большой. И здесь вы должны представить, что вы являетесь совладельцем торгового центра, внутри которого есть огромное количество проектов. И мы являемся совладельцами всех этих проектов. Это самое интересное. И за это я благодарю нашего генерального директора, потому что все это позволяет мне еще больше влюбляться в нашу компанию. Каждый из вас выбирает то, что нравится. YouGame, цифровая гарантия, либо юридический полис. Каждый может найти себе проект по душе. И даже если вы сейчас в начале вашего пути и немножко чувствуете себя растерянными, не бойтесь, не переживайте. Вы сможете все изучить, все посмотреть и затем уже разработать вашу стратегию. Главный мой совет – это выбрать то, что вам нравится. Но не забывайте, что все наши проекты важны, поэтому по возможности участвуйте во всех, потому что все это будет позволять вам строить вашу карьеру. Итак, 2500 личных инвестиций, 2 прямых менеджера, то есть 2 менеджера в первой линии и 2 менеджера во второй, в третьей, либо четвертой линии. И если вы сможете... 4 менеджера в первой линии, это также было бы неплохо. То есть это действительно все вас приведет к успеху. Давайте перейдем к реферальному бонусу. Здесь у нас все без изменений. Единственное, мы зарабатываем уже большие цифры. Шестой линии в глубину от 6,5 до 8%. Еще раз повторюсь, может быть, вам сейчас покажется это незначительными цифрами, но это не так. Потому что когда у вас будет огромное количество партнеров в шестой линии и в глубине, вы заметите и поймете, что это серьезные проценты. Давайте посмотрим, как мы можем зарабатывать доход шестого уровня. Поменяем, пожалуйста, слайды во всех комнатах. Для того, чтобы зарабатывать от 6,5 до 8%, у нас должны быть лидер-менеджер в первой линии, тогда мы уже получаем 7%. 2 лидер-менеджера в первой линии, тогда мы зарабатываем 7,3%. 3 лидер-менеджера первой линии получаем 7,6%, а 4 лидер-менеджера дают нам возможность получения 8% с 12 линии. Также не забывайте, что обязательное дополнительное условие для того, чтобы сохранить свои заработки, лидер-менеджер должен пройти наш тест на 55%. Этот тест будет проходиться один раз в год, и если, к сожалению, вы не сможете пройти, то происходит автоматическое снижение статуса до менеджера. Но в любом случае у вас будет время пересдать этот экзамен и получить вашу квалификацию. Поэтому не бойтесь, никто у вас не заберет то, что вы заполучили с большим трудом. Отлично. Давайте перейдем к следующему статусу и посмотрим на топ-менеджер. Почему топ-менеджер? Потому что мы уже добираемся к верхушке нашей компании.
Здесь уже люди могут становиться частью нашего амбассадорского совета, могут принимать решения вместе с нашим великим Андреем Федоровичем Хавратом, вместе с нашим стратегическим департаментом Драгосом, Эндрю, Мила. И здесь вы можете оказаться за столом с нашими руководителями. Поэтому не забывайте, что именно с этого ранга вы сможете уже находиться в нашем совете амбассадоров. Здесь у нас должны быть два лидер-менеджера в первой линии, два лидер-менеджера в глубине, то есть во второй, в третьей, в четвертой линии, и наша личная инвестиция должна вырасти до $5000. Вы видите, что со временем вы начинаете зарабатывать, соответственно, вы можете и увеличивать ваши инвестиции. То есть в этом ранге вам нужно будет доплатить только $2500. Что касается реферального бонуса, он у нас вырастает в шестой линии, и зарабатываем мы от 8 до 9%. Давайте посмотрим, как это можно реализовать на практике. Меняем, пожалуйста, слайды во всех комнатах. Чтобы увеличить ваш заработок, у вас должен быть один топ-менеджер в первой линии. Вы получаете 8,5%, либо два топ-менеджера в первой линии, и вы уже получаете 9% с 12-й линии. Как только мы получаем двух топ-менеджеров в нашей первой линии, вы знаете, что происходит? Мы сразу же становимся вице-президентами и начинаем получать 9% шестого уровня до бесконечности. Не забываем про обязательное условие, это сдача экзамена на более чем 55%, чтобы сохранить наши заработки. Поэтому, если вдруг у вас не получается сдать либо пройти экзамен, вы всегда сможете его пересдать. В противном случае вы теряете ваш заработок. Давайте посмотрим на два важных статуса нашей компании. Это те статусы, которые действительно помогают зарабатывать большие цифры. Переключаем слайды, и здесь мы видим статус вице-президента. Здесь вам достаточно иметь два топ-менеджера в первой линии, а также инвестицию, равной $10,000. И здесь у нас вырастает процент шестой линии в глубину от 9 до 10%. То есть главное условие – это увеличение личной инвестиции до 10 тысяч и два топ-менеджера в первой линии. Давайте посмотрим на следующем слайде, как же зарабатывать шестого уровня и до бесконечности. Давайте не будем забывать, что здесь вы также должны проходить экзамен один раз в год для того, чтобы подтвердить ваш статус. И в первой линии у вас должен быть один вице-президент, тогда вы зарабатываете уже 9,5%. А если хотите зарабатывать больше, то есть 10%, у вас, вам нужно привлечь в первую линию два вице-президента. Два вице-президента позволяют вам стать уже президентом и получать 10% шестого уровня до бесконечности. Давайте посмотрим вместе все те бонусы, которые получает статус президент.
Вы знаете, когда я стал президентом в сентябре 2019 года, я думал, что как только я получу этот статус, я просто буду почивать на лаврах, отдыхать, но это абсолютно не так. Пожалуйста, давайте переключим слайд в итальянской комнате. Поэтому, когда я стал президентом, я, к сожалению, не смог расслабиться. И что же я стал делать? Я стал работать еще больше. Я начал развивать новые уровни. То есть я не остановился на 4, на 5 уровнях. Нет, и что я сделал? Я стал создавать новые уровни. Потому что вы со статусом президента 6-й линии зарабатываете уже 10%. Здесь я рекомендую всем статусам обязательно добавлять новые уровни, потому что все это вам позволяет зарабатывать больше. Потому что если вдруг какая-то из линий не сможет достигать результата, если так произойдет, из пяти линий будет работать 4, они будут помогать вам строить карьеру. И если у вас будет только 3 активных линии, то есть реальных будет 4, а работать будут 3, вы никогда не станете президентом, либо это будет очень тяжело. Поэтому старайтесь добавлять новые уровни. Повторюсь, что для президента необходимо иметь 2 вице-президента в первой линии и личную инвестицию в 15 тысяч долларов. Вы видите, что 6-й линии вы зарабатываете уже 10% и до 12 в глубину. Я вам хочу сказать, что это прекрасные результаты. Когда вы увидите, что происходит в ваших 6-х линиях, а также в глубине, вы будете просто приятно удивлены. И вы поймете, почему важно работать с 6-й, 7-й линией. И не забывайте, как минимум 1 регистрация в день, как минимум 1 человек, которого вы регистрируете в течение дня. Все это будет позволять вам увеличивать ваши заработки. Сразу хочу сказать, что 4-5 людей в месяц – это мало, и нам нужна дупликация, если вы хотите увеличивать ваши заработки. Никогда не забывайте о людях, которые находятся в вашей структуре. Вы всегда должны поддержать их, помочь им, инвестировать в них. Вы всегда должны быть на связи, готовы помочь. И еще один важный момент, о котором я хотела бы вам сказать. Вы, все те люди, которые являетесь частью этого проекта, вы еще и совладельцы, но в то же время вы работаете на себя. Каждый человек, который находится в вашей структуре, вы должны его поддержать, так как если этот человек является частью другой структуры, смотрите, это маленький кирпичик, который является частью вашего фундамента. Если у вас человек спрашивает информацию, задает вам вопросы, вы должны дать ему информацию, вы должны ему ответить, потому что со мной связывается огромное количество людей, и они счастливы, потому что мы сейчас строим невероятный, фантастический проект, который поможет всему миру. Мы сейчас создаем историю, и никто из вас не может оставлять людей. Прошу вас помогать всем.
И если кто-то не пошел за вами, потому что не поверил в проект, либо находился в сложной ситуации, или, может, им показалось, что мы не реализовываем то, что обещаем, вы должны попытаться взять этих людей за руку и провести по нашему пути, информировать их о том, что происходит у нас, о наших проектах. Пожалуйста, не оставляйте одних этих людей, потому что когда вы станете президентами, у вас будет большая семья. У меня уже, как я говорила, 90 тысяч людей в структуре, и все они являются частью моей семьи. Это те люди, с которыми я делюсь этой возможностью. Поэтому, пожалуйста, последуйте моему примеру. Когда вы будете президентами, вы должны работать еще больше, чем работали раньше, потому что вас этот проект еще будет больше завлекать. Давайте перейдем к следующему слайду. Наши президенты могут увеличивать свои заработки. Например, президент, который в первой линии не имеет президента, у него обычная структура. Вы видите, он зарабатывает 8% в первой линии, 8% во второй, 5% в третьем уровне. Давайте представим, что в шестой линии у меня есть агент, а в седьмой – партнер, а в восьмом – пользователь. Не забывайте, что у вас в первой линии должен быть обязательно два вице-президента. Давайте посмотрим более детально этот пример. Если вы хорошо разработаете свою структуру, что же вы будете зарабатывать с шестого уровня? Это пример, который мы здесь взяли за базу президента, но вы также можете посчитать это для лидер-менеджера, для топ-менеджера. Когда шестого уровня вы начинаете зарабатывать 10%. То есть я буду зарабатывать столько шестой уровни в глубину. Но не забывайте, что седьмой линии, она становится моей, значит, она становится шестой линией для моего первого уровня. И здесь я уже буду получать по распределенному проценту, соответственно, 9%. Что система будет рассчитывать? То есть я седьмого уровня буду получать 1%. Почему? Потому что система 10, считай так, 10 минус 9 равно 1%, потому что у моего вице-президента будет 9%, которое он зарабатывает в шестой уровне. Когда мы уже говорим о восьмом уровне, у меня во втором уровне есть топ-менеджер. Топ-менеджер, для него это будет шестая линия. Он зарабатывает с нее 8%, то есть получается 10 минус 8 и так далее. То есть система должна выплатить определенный процент каждому рангу. То есть в моей второй линии выплатит 2%, вице-президенту в первом уровне выплатит 1%, и 1% заплатит мне, как президенту. То есть, как вы видите, в седьмом уровне я получаю 1%. То же самое происходит в восьмом уровне. В нашем случае это шестой уровень. Топ-менеджер во второй линии получит разницу между мной и своим рангом.
То есть я всегда буду получать распределенный процент между мной и вице-президентом. Я знаю, что каждый зарабатывает 6-го уровня, это так. Но это не просто определенный процент, это распределенный процент, который распределяется между вами и теми людьми, которые находятся в ваших уровнях. Поэтому с 9-го уровня в глубину, если моя структура останется вот такой, я буду зарабатывать 1% до бесконечности. То есть система работает именно так. Она распределяет ваш процент между вами и теми рангами, которые есть у вас в системе. Если у вас в первой линии тоже президент, смотрите, что происходит. Если у вас есть президент в первой линии, здесь вы зарабатываете уже 10,5%. Но то, что вы видели слева, вы уже, у вас есть президент в первой линии, для него ваш 7-й уровень будет 6-м уровнем, и он будет получать 10%. Поэтому вы в 7-м уровне будете получать 0,5, то есть 10,5 ваших минус 10% вашего президента в первой линии, и вы зарабатываете 0,5. И 0,5 вы будете получать в глубину, потому что у вас есть президент в первой линии. То же самое произойдет, если у вас будет вице-президент в первой линии. И то есть постоянно будете зарабатывать 0,5% в глубину. Давайте представим, что у вас есть президент в 6-м уровне. Вы от этого президента, как вы знаете, вы также зарабатываете 10% в 6-м уровне, вы будете также получать 10%, если он проинвестирует определенную сумму. Но 6-го уровня в глубину, то есть для вас это будет 12-я линия, а для него это будет 6-я, вы не будете зарабатывать ничего, потому что система будет как рассчитывать. Он является президентом, вы зарабатываете 10, он зарабатывает 10, его заработки начинаются с 6-го уровня, то есть 10%, для вас это 12-е, соответственно, 10 минус 10 равно 0. Это те примеры, которые я вам привел. Я вас прошу сейчас сфотографировать, сделать скриншоты, потому что это действительно очень важный материал, очень важная наработка, маркетинговый план. Это важная вещь, которую вы должны понимать, вы должны разбираться. И именно все это позволяет вам правильно разрабатывать вашу структуру. Пожалуйста, давайте поменяем слайды во всех комнатах. И давайте повторим все, что мы сегодня увидели. Здесь на следующем слайде мы видим, как мы можем увеличивать наши заработки. То есть 10,5 мы получаем, как только у нас есть один президент в нашей структуре, в первой линии. 11%, когда у нас есть уже два президента, 11,5%. Когда в вашей структуре в первом уровне 3 президента и 12% вы зарабатываете за 4 президентов в первом уровне. Давайте поменяем, пожалуйста, слайд и посмотрим на две таблицы. Первая таблица – это два первых уровня, и компания распределяет в общем 10% для пользователя. Клиент зарабатывает 15%. Здесь это общий объем комиссионных, которые получает
каждый из этих рангов. Давайте посмотрим теперь на вторую таблицу и увидим, как начисляются бонусы в процентах. Эти слайды вы можете сфотографировать. Вы видите, что от пользователя до президента в первой колонке у нас прописаны инвестиции, то есть от 0 до 15 тысяч долларов. Затем линии, которые указывают нам количество заработков для каждого ранга, для каждого статуса. Шестая линия добавляется у нас с ранга консультанта от 2 до 4%, а затем президенты уже зарабатывают от 10 до 12%. Вы должны хорошо понимать, хорошо разбираться в этих таблицах для того, чтобы передать эту информацию нижестоящим людям в вашей структуре. А сейчас посмотрим на таблицу номер 3. Итак, шестая линия в глубину. То есть здесь мы видим, как распределяются бонусы между партнерами шестого уровня в глубину. Конечно же, вам нужно пересмотреть этот вебинар, пересмотреть эти материалы, эти таблицы, потому что здесь мы сделали такую объединяющую таблицу для всех рангов. Вы видите количество процентов, которые зарабатывают все наши статусы шестой линии, как он растет с каждым статусом. Проценты от 2 до 12% шестого уровня до бесконечности перераспределяются в зависимости от количества квалифицированных партнеров вашей первой линии. Эти условия могут узнать только квалифицированные статусы от консультанта и выше. Извините, у меня была небольшая техническая заминка. Я просто нахожусь в гостинице, поэтому есть небольшая проблема со связью. Повторяюсь, что эту таблицу вы должны сфотографировать и всегда держать под рукой. Вы видите, что компания распределяет 60%, и это все посвящается, скажем, содержанию компании, 40% уходит в сеть от объема продаж, а 60% мы инвестируем в различные проекты, а затем предоставляем вам отчеты по нашим инвестициям. Поэтому, дорогие друзья, сегодня я вам представил наш маркетинговый план. Сегодня я вам рассказал о стратегиях, как вам нужно себя вести при построении вашей структуры. И совет, которым я хочу с вами поделиться, это участвовать во всех наших вебинарах, обучаться и использовать все вебинары в вашей работе. Поэтому прошу поменять сейчас слайд и участвуйте в наших событиях онлайн и офлайн. Я знаю, что, к сожалению, из-за пандемии мы не смогли организовать большое количество офлайн мероприятий. Я надеюсь, что скоро мы сможем встретиться и отпраздновать все важные даты. Как сейчас вы видите на вашем экране Average Summit 2021. Это заставка, которую вы видите на экране. Вы знаете, сейчас мы проведем мероприятие, которое останется в истории. Мы хотим отпраздновать день рождения всех вас. Второй день рождения программы Crypto Unit. Вы видите, что мы реализовали огромное количество проектов. Это как биржа, блокчейн, стейкинг. Все, что обещала наша компания, мы смогли сдержать наши обещания. Возможно,
Многие из вас задают большое количество вопросов, но вы должны помнить, что когда вы реализуете такой проект, проект такого масштаба, конечно же, вы на своем пути встречаете большое количество проблем, которые ты не ожидал встретить. Мы компания, развивающаяся компания, поэтому я прошу всех вас немножко терпения. Изначально у нас был только один проект, а вы видите, во что все это выросло. Мы набираем персонал, мы стараемся всем вам помочь, и наша компания растет, и, может быть, не все мы были к этому готовы. Поэтому, ребята, запаситесь терпением. Через 2 месяца, я думаю, максимум у нас будет все просто идеально. Не забывайте, что 30 марта мы вас всех ждем на нашем саммите. Еще сегодня у вас есть возможность приобрести билеты всего лишь за $80. Потратите юниты, которые у вас есть в личном кабинете, приобретите билет и будьте вместе с нами на этом мероприятии. Потому что когда есть возможность участвовать в мероприятиях, вы увидите, что именно во время этих мероприятий рождаются звезды. И перед вами есть живой пример. Я благодарю человека, который передал мне свой заряд, который передал мне свое желание жить, зарабатывать. Поэтому я благодарю нашего генерального директора. И сейчас моя структура находится в огромном количестве стран. Я сейчас являюсь частью нашего амбассадорского совета. Я действительно достиг больших результатов в нашей компании. И все это благодаря мероприятиям. Поэтому еще раз попрошу вашего терпения. Если сейчас все не идеально, буквально чуть-чуть, и вы увидите невероятные результаты. И большое количество людей, которые не поверили нам, будут сожалеть и будут кусать себе локти. Потому что мы будем выплачивать дивиденды, мы будем предоставлять невероятные возможности нашим партнерам. Мы в Италии работаем с этим проектом уже 11 лет. Наша школа зародилась в 2011 году. Поэтому все происходит благодаря нашим целям и нашей заинтересованности. Поэтому хочу знать, какая ваша цель? Вы хотите стать президентом? Вы хотите иметь пассивный заработок, пассивный доход? И не забывайте, что все это не базируется на стоимости World Crew либо Crew. Ваше сокровище, ваша курица, которая несет золотые яйца, это юнит, это ваше совладение, потому что вы участвуете в проекте EverReach. И это участие вам дает бонус лояльности, вам дает дивиденды, вам предоставляет пассивный доход, а также надежное и радостное будущее. Будущее тех людей, которые являются частью великого проекта. Поэтому, если вы согласны быть едиными, вам будет все равно, сколько стоит World Crew либо CryptoUnit. Вы увидите, что мы растем, и все это будет вам приносить дивиденды и заработки, и все это будет вашим успехом. Я благодарю за ваше ценное время, я благодарю за ваше внимание. За мной уже должны скоро приехать, потому что у меня самолет, и мы летим в один колумбийский город. Вы видите, что я не останавливаюсь, я должен поддержать мою структуру латиноамериканских коллег. Здесь со мной находятся также и мои итальянские коллеги.
Сейчас мы вместе посмотрим видео. Это гимн нашей компании. Я еще раз благодарю вас от всего сердца. Любите этот проект, потому что если не будет так, вы не сможете быть главными героями этого проекта. Пожалуйста, делайте также фотографию расписания наших вебинаров, итоговый вебинар, где мы предоставляем краткую информацию о том, что произошло за прошедший месяц. Затем у нас есть закрытый вебинар «Вторая суббота месяца», где мы предоставляем новости инвестиционного отдела. Третья суббота месяца – это обучение от амбассадоров и наших проект-менеджеров. И четвертая суббота – мы рассказываем о… Проводим обучение также от амбассадоров и локальных лидеров. Сегодня я один. К сожалению, у нас сегодня не было ведущего. Но я думаю, что мы в будущем исправим этот момент. Еще раз благодарю вас. Я вас всех люблю. И всем пока. Благодарю тебя, Эва Рич. Спасибо, Андрей Федорович. Хорошего дня всем. От любви твоей я знаю взлет на белых облаках побед по краю. Жизнь дает возможность стать другим с размаху страх. Забудь его, он победим. Взлетая новая экономическая эволюция мира. Измени весь мир на лучшее, чтобы жить на земле красиво. Новая экономическая эволюция мира. И настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо. День осветит новый мир. Своей мечте по венам пульс скорее. Верь, и криптоюнит твою жизнь изменит. Новая экономическая эволюция мира. Измени весь мир на лучшее, чтобы жить на земле красиво. Новая экономическая эволюция мира. И настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо. Наше будущее мира, счастье, радость и богатство. Мы единая команда, совладение и братство. Будь смелее, будь же с нами, мы в одной великой теме. Путь к финансовой свободе, это Неми, это Неми. Новая экономическая эволюция мира. Измени весь мир на лучшее, чтобы жить на земле красиво. Новая экономическая эволюция мира. И настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо. И настрой весь мир на лучшее.